чем секрет женщины? Мы задаемся этим вопросом испокон веков. От времен, когда от нее зависела наша жизнь, во времена, когда она целиком зависела от нас, и до сих пор, когда модно говорить о равноправии. А есть ли оно, это равноправие? Ведь если задуматься, то все-таки женщины правят миром. Шершеляфан, ищите женщину, говорят французы, а они-то известные целители. Природа женщины загадочна. Может, потому что женщина и есть природа? Она воздух, каким дышим, без которого не существует. Она земля, которая рождает новую жизнь, питает и насыщает все вокруг. Она животворная вода, что утоляет жажду, очищает, но может и снести бурным потоком. Получается, что женщина – это стихия? Тогда, может, не все секреты стоит раскрывать? Может, прелесть женщины как раз в том, что она и есть загадка?